Всем огромный привет, это Виталик Спартак, и сегодня понедельник, 17 октября, через 3 дня мне исполнится 30 лет, такая знаменательная дата, такой какой-то определенный рубеж, после которого, наверное, я уже буду не молодым и перспективным артистом, а просто перспективным. Ну, да, в принципе, хватит философствований, 21 числа, на день позже, после моего дня рождения, мы планируем грандиозное празднование этого события в нашем родном уже клубе «Форсаж». Вот. Обязательно приходите, потому что будет классная вечеринка. Мы будем действительно шумно гулять и будем очень рады разделить это настроение, этот праздник вместе с вами. Будет у нас гость. У нас в гостях будет шикарный артист из Португалии и Пол, который уже давным-давно заслужил как своими треками, сетами хорошее имя и любовь огромного количества технофанов по всему миру. И действительно очень здорово, что он приедет к нам. А также будет играть огромное количество моих хороших друзей. И один из них, господин Егор Босс, также будет отмечать день рождения, потому что родились мы с ним в один день, в один год. Поэтому, если будете готовить подарки мне, то обязательно приготовьте и ему. Вот, а на самом деле подарки в сторону, просто приходите, и ваше присутствие на этом мероприятии будет самым главным подарком для меня. Поэтому жду вас всех 21 октября, в эту пятницу, в ночном клубе «Форсаж» на праздновании моего 30-летия. Увидимся там. Peace.